Очередной день на сборах в Австрии Рубин начинал в тренажерном зале. От трехразовых тренировок команда перешла к двухразовым. К команде присоединился Павел Могилевец. Хотя другие сборники еще отдыхают, тренер настоял на том, чтобы лучший молодой игрок минувшего чемпионата прибыл в расположение Рубина уже сейчас. Вечером команду ждала подготовка к товарищескому матчу с хорватским Хайдуком. Так, пока все здесь, 21:30, просмотр. Теория, да. Несмотря на колоссальные нагрузки, ребята находят место для улыбок. Всегда в хорошем настроении. Сасарнавас. Окреп в команде Соломон Кверквели. Сейчас он помогает новичкам скорее освоиться в клубе и, кажется, тоже никогда не унывает. Таганка, все ночи полные огня. Таганка, зачем сгубила ты? Усердно работают лидеры команды Олег Кузьмин, Йогденис Караденис. На каждой тренировке они являются образцом усердности, примером. Уже через 5 часов после силовой тренировки Рубин вышел на поле стадиона Филлахи. Далее на Рубин ТВ смотрите обзор контрольной игры с Хайдуком.